Контроль качества воздуха 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В промышленной зоне Тутаева появилась первая в регионе станция непрерывного мониторинга воздуха. Это комплекс с интервалом в 20 минут забирает пробы из атмосферы и проверяет на содержание загрязняющих веществ, таких как азот, сера, метан и прочих химических элементов. Все полученные данные станция отправляет в природоохранное учреждение. И отмечу, установили комплекс непрерывного мониторинга воздуха в Тутаевском районе не случайно. Жалобы на неприятный химический запах от жителей промышленного района поступали в течение нескольких лет. Запах был. Вот буквально недавно, на днях, я пришла домой. У нас были окна открыты. Я всегда открываю, когда ухожу на улицу. И почувствовала запах какого-то газа сперва. Думаю, что такое? Начала вся дома все проверять. Но потом уже сообразила, что это не от нас газом пахнет, это вот с улицы. Да, надеюсь, что в дальнейшем эта установка действительно будет помогать, и мы не будем больше запах этот чувствовать просто. Каждые 20 минут мы получаем информацию о реальном положении дел и качестве атмосферного воздуха на данной территории. На сегодняшний день, за тот период работы станции, мы можем говорить о том, что превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было зафиксировано ни по одному из показателей. Теперь в случае фиксации превышения веществ, загрязняющих воздух, виновнику может грозить штраф до 250 тысяч рублей. И приостановка работы предприятия на срок до 90 суток. Я отмечу, станция мониторинга воздуха в Тутаевском районе появилась благодаря договоренностям между правительствами Ярославской области и Москвы.